Ленинская, дважды ордена Ленина и дважды ордена Трудового Красного Знамени Объединения Светлана, хорошо известна в нашей стране и за рубежом. Светлана – крупный поставщик изделий электронной техники. В его активе – генераторные и импульсные модуляторные лампы, рентгеновские трубки и малогабаритные рентгеновские излучатели, изделия микроэлектроники, транзисторы, тиристоры, интегральные микросхемы, микро-ЭВМ, изделия машиностроительного производства, электровакуумного стекла, товары культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. Изделия Светланы покупают более 140 стран мира. Цифры, свидетельствующие о росте Светланы, удивительны. За ними труд тысяч людей, их жизнь, судьбы, планы на будущее. За последние 20 лет объем производства продукции в объединении возрос в 19 раз, а производительность труда почти в 14. Дальнейшая реконструкция и техническое перевооружение производства, внедрение новых технологических процессов, автоматизация и механизация, совершенствование организации труда и управления – сейчас первостепенные задачи объединения. За годы 12-й пятилетки объединение должно получить от реализации намеченного экономический эффект в сумме 20 миллионов рублей и сэкономить материальных ресурсов на 6,5 миллионов. Историческая судьба Светланы неотделима от судеб всей страны. Радость побед и достижений, горечь утраты и изломов – все легло на плечи нескольких поколений светлановцев, сегодня вступивших в новый революционный этап. Товарищи коммунисты, наша партийная конференция происходит в ответственный момент как в жизни всей нашей страны, так и в жизни нашего объединения. Это момент перехода от этапа, когда мы с вами много обсуждали, читали, спорили, определяли, как и какими путями развиваться, и какими, так сказать, методами дальше работать, к этапу, когда надо все это, так сказать, притворять реально в жизнь. Я думаю, что все вы слышали слова Михаила Сергеевича Горбачева, который говорит, что даже Политбюро не предвидело всех тех сложностей и проблем, с которыми пришлось сталкиваться и столкнуться в процессе перестройки. Подпольная большевистская ячейка у нас на Айвазе. Вместе со всей партией наросла и мужала. Вместе со всей партией коммунисты, большевики, Светланы сплачивали рабочих айвазовцев, вели их на забастовочную борьбу, вели на баррикады революции. Коммунисты Светланы вместе со всей страной, вместе со всей партией прошли трудный, неизведанный путь, на котором было все. И радость побед, и горечь огорчений, и боль невосполнимых утрат. Долгие годы летопись этого пути отражала только успехи и достижения. Долгие годы многие страницы этой революционной хроники были вырваны. Сегодня, когда мы восстанавливаем эти страницы, мы говорим не только об успехах, достижениях, победах светлановского коллектива, светлановских коммунистов, но мы вспоминаем и о тех потерях, которые несла светлановская парторганизация, о тех ударах, которые были нанесены по светлановским коммунистам. Субтитры создавал DimaTorzok.
1962 по 87 год объем производства объединения вырос в 19, а производительность в 14 раз. При увеличении численности работающих за счет создания филиалов в других областях всего на 36%. Впереди коренная реконструкция отживших свой век цехов основного базового предприятия, где пока еще сосредоточена немалая часть производства. Впереди множество проблем и задач, связанных с переходом Светланы на полный хозяйственный расчет. Но уже сегодня можно с уверенностью говорить о Светлане как об одном из самых подготовленных к этим проблемам и задачам производственном организме.
Если в годы первых пятилеток Светлана была центром развития советской электроники, то в послевоенные годы с ее именем все чаще связывается слово «впервые». Впервые в 1956 году в стране освоен массовый выпуск отечественных транзисторов. Впервые в 1975 году появляется отечественная микро-ЭВМ семейства электроника S5. Впервые в 1982 году создается однокристальная микро-ЭВМ электроника S5-31. Сегодня Светлана представляет собой уникальный комплекс, где продолжает работать и развиваться традиционная вакуумная технология, и наряду с этим стремительно набирает силу производство изделий микроэлектроники. Обладает мощным научно-техническим потенциалом. В его подразделениях работает 3 доктора и 85 кандидатов наук. За высокие трудовые достижения более 4500 работников объединения награждены орденами и медалями СССР. 7 человек удостоены звания Героя социалистического труда. 5 человек звания лауреата Ленинской и 46 человек лауреата государственных премий. Генераторные импульсные модуляторные лампы используются в радиовещании, радиосвязи, телевидении, радиолокации, медицине, энергетике и других отраслях народного хозяйства. Более 200 радиовещательных станций оснащены генераторными лампами Светланы. Мощность промышленных генераторов, работающих на светлановских лампах, в машиностроении, энергетике, составляют более 1 000 000 киловатт. Рентгеновские трубки используются для научных разработок в промышленности и медицине. На основе микрофокусных трубок собственной разработки и производства на Светлане создано семейство уникальных малогабаритных рентгеноизлучателей. Изделия микроэлектроники и вычислительной техники сегодня составляют почти половину объема производства. Изделия Светланы покупают более 40 стран мира. Я думаю, что в том этапе, в который мы с вами вступаем, нас ждут большие трудности, неожиданные трудности, решение огромного количества вопросов самых разнообразных, и политических, и экономических, и социальных. Мы с вами видим, как вспыхивают и возникают сложные, так сказать, проблемы на различных предприятиях и в различных регионах страны. И я абсолютно убежден, что роль и значение, авторитет, так сказать, партийных организаций в этих условиях сложных, в которых мы с вами, так сказать, нам предстоит работать, должен возрасти, так сказать, приобрести совершенно другой характер. От того, насколько мы с вами сможем
непрерывно, так сказать, отслеживать эту ситуацию, принимать правильные, так сказать, объективно соответствующие действительности решения и энергично действовать всем вместе, будет зависеть успех всей нашей с вами деятельности. Когда мы говорим об авангардной роли коммунистов, я убежден, что мы должны постоянно формировать эти цели и энергично добиваться их исполнения. Мы должны постоянно держать руку на пульсе жизни коллективов и не плестись в хвосте за коллективами, а опережать желания, чаяния и устремления наших коллективов. Только держа инициативу в своих руках, мы можем рассчитывать на успех. И кроме нас с вами сделать это, уверяю вас, некому. Верю, конечно, верю. Я не это самое, не консерватор в плане, так сказать, перестройки. Но для этого очень нужно время. Я считаю, что сразу это все не сделать. Надо постепенно переходить к этому. Конечно. Очень быстро этого не сделать. Это будет. Если сказать так, что мы за 2-3 года перейдем, это будет просто авантюризмом, больше ничего. Я всем рукам! Это нас обяжет работать. Мы привыкли потреблять, чем производить. Надо сначала произвести, а потом употреблять. А у нас люди, привыкшие к этому, сейчас больше потреблять, чем производить. Я за. Обе рукам. Только за это. В коллективе идет активный плановый процесс подготовки и повышения квалификации кадров. В системе подготовки функционирует непрерывная цепочка – школа, ПТУ, техникум, ВУЗ. На Светлане работают базовые кафедры ЛТИ имени Ленсовета и ЛТИ имени Ульянова Ленина. Имеется аспирантура. В 12-й пятилетке будет завершено строительство объектов культурно-бытового назначения. Детского дошкольного комбината санаторного типа на 280 мест в поселке Рощино. Поликлиники на 1000 посещений. Строится Дом культуры объединения и ряд других социально-культурных объектов.